Всем привет! В этом влоге вы увидите, как мы ходили на свадьбу, как мы ездили несколько раз отдыхать вместе с детьми с Лианой и Артемом, и просто нашу жизнь. Всем приятного просмотра! Всем доброе утро! Мы пришли сюда на площадку. Гируся, Гируся, иди сюда! Иди сюда! Привет, скажи, привет! Костя там! Классный выходной! Завтра планируем съездить в Ульяновск, в парк, в котором уже были. У нас завтра годовщина свадьбы. Гуляем в парке, сходим куда-нибудь в кафе, в ресторанчик, поедим. Годовщина свадьбы у нас завтра, нам 7 лет, как мы с Костей женаты. Сначала думали в аквапарк, но я думаю, что Герман вообще будет достаточно там часа и целый день, чтобы быть в аквапарке. Надо, чтобы детки были немножко взрослее. Платить просто за то, чтобы побыть там час-полтора, нет смысла. Так что вот просто съездим в парк, животных посмотрим, погуляем. Все, мы приехали. Сейчас пойдем погуляем. Лиана тоже выехала, но они выехали позже нас. Мы погуляем пока по парку, купим что-нибудь вкусняшки какие-нибудь, чтобы в зоопарк вместе с ним пойти. Да, Лёва? Да. Ловим рыбок. А Костя говорит, такой дом надо в душе им сделать. Да. С тазиком. Бабей. Уточка, здесь очень много разных. Приехали мы в тот же парк, в котором были где-то в начале лета. Но здесь больше батутов, стало развлечение для детей. Рыбачили малыши немножко, да? Да? Герман показывает, тут лазилки для больших детей есть. Пришли на батут. Лёва вон там. Тут так маленькие горки, и залез негде. Лёва, весело? Да. Папа, Гируся. Давай, Гируся, тоже Гируся. Сейчас Лиана подъедут, подъезжают тоже уже. Все, мы пришли в парк. Чипсы взяли Лиана, приехали с Артем. Лиана мне подарочек еще подарила. Кремовый скульптор для румяна, для лица. От Skin потом вам покажу. Сейчас я вам Лиану подсниму. Кто это здесь? Мы не сыграли на свадьбу. Гуляем все вместе, совместно, выходной. Дочки. Машка, ты гусь? Да, гусь. Бойцовский гусь. Очень тут красиво. А кого кормить еще можно, Снежан? Там написано, кого нельзя. Будет написано, не кормить. Мужа. Че, как тебе, Лян? Почему не кормить, интересно, бедняга? Ну, наверное, у них для своя еда, для них. Солома? Животик может заболеть, еще что-нибудь плохо станет. Чего написано, кормить нельзя. Покажи его так. Малыши. Пусть он сам. Лёва. Кость, дай ему, дай. Пусть он покормит, тоже хочет. Не надо Лёва забирать, он тоже хочет. Не сам. Попугайчики. У нас влоги совершенно знакомы. Лёва, смотри, иди сюда. Давай скопиться с детками. Мяс, иди Машу кормить. Корову Машу. Пришли утром к маме в огород с Герусей. Собрали малинку. Сейчас огурчики еще пособираем. И укроп, и лук. Хочу сделать салатик. А мяту? И мяту. Чай с мятой заварить. А если еще взять лиан, смородиновые листья? Да. Огурчики, укропчик. Пришли к маме в гости. Сделали кофе. Сейчас будем все кушать. Лёва сегодня тоже выходной.
Приехали посмотреть на поле подсолнухов, пофоткаться. Так много здесь их. Офигеть, какая фотовая. Что говоришь? Я тут не боюсь. Лё, папа, жди. Подожди, вместе с папой пойдем. Я ничего тут не боюсь. Тут. Хорошо. Я не боюсь спускаться даже. Молодец. Костя меня пофоткал, сам предложил съездить в подсолнухи, и в поле очень красивое. А покрасила волосы, такая темная. Сначала покрасила, была светлая, пошла купила другую краску, теперь вообще темная. Классно, у нас очень красиво, конечно, здесь. Дети второе мороженое уже доедают, все исчумазались. Куда, папа? Сейчас к дому поедем. Мы все собрались, мама пришла с Герусей, осталась. Потом еще Леву привезут, и у Кости мама тоже придет. Я вот такой комплект купила на ВБ. На мне платье Love Republic. А потом полностью вам сниму образ. Сделала макияж со стрелками и тенями. Вот только мне волосы не нравятся, чтобы они темноваты. Все, едем отдыхать на свадьбу. На свадьбу молодожены написали в пригласительном, что цветами не успеют они насладиться, и что дарить вино. Лен тоже взяли с Артемом, и мы взяли вино. Свадьба, что это такое случилось? Пошли уменьшить. Помоги всем родителям, бабушкам, девушкам, старшим поколениям, их стульчики, подвинуть немножко по центру. Обещаешь любить, уважать и нежно заботиться о нем и в горе, и в радости. Дорогие уважаемые гости, с вашего позволения, прямо сейчас мы будем... Что стоит, наверное, немножко пошалить. Ребят, сейчас разыграем ящик пива. Вы поняли, да? А где пиво-то? Подожди. Сразу пиво. Ножки пошир. Итак, приготовились. И дружненько. Уши, плечи, спина, голова, подзатылок, прямая кишка, левое яйцо. Коробка. Просили мне показать, как я крашусь. Тон у меня Estée Lauder. Под тон я нанесла вот такой крем. И крем еще под глаза. И вот такой я нанесла под глаза. В идеале, конечно, еще сделать какую-нибудь масочку. Вчера я делала еще маску тканевую, чтобы лицо было более увлажненное. И консилер Estée Lauder Double Wear. Хороший, плотный. Также обязательно наношу все продукты влажным спонжем. Ралку и консилер. Румяна мне это Лиана подарила на годовщину свадьбы. Это шик, тинт. Я использую его как румяна. И еще на губы. И вот такая подводка для глаз у меня. Кабарет. Виен Сабо. Хайлайнер, который дети уже весь разбили. Его я наношу на скулы чуть-чуть. И на внутренний уголок глаза. Приехали мы на второй день, только мы позже приехали, потому что мы еще спали. Лёна, ловец кузнечика. Герусь, скажи всем привет. Привет. Сейчас собираемся домой. Лёва тут играет с Костей. Герман закрывает и открывает дверь. Герусь, вы что делаете? Скажите, что вы делаете? Ручки не прищеми, пальчики, пальчики. Что делаете? Ответ не последовало. Я в сарафане красном, это Зарина. Кто будет спрашивать, сразу скажу здесь. Классная погода, немножко душновато. Что, дожди были? Сегодня утром был дождик. Я к вам иду.
я к вам иду. Лёва. Давай. Играем в баскетбол. Всем привет. Лёва. Лёва. Не отвлекается, скажи. Кость, повернись. Ко мне пришла Лиана. Сделали сырнички. Как сделали? Пожарили. Варенье Костя мама дала из черной смородины. Очень вкусная сметанка. И кофеечек. Герман сырники с утра ел. Сейчас у него супчик. Такой с фрикаделькой. Вышли на улицу погулять. Только у нас дождик. Что там, малыш? Кукуруза. Сейчас испачкаемся все. Лиана с нами тут с Гордюшей. Заходили в магазин. Улитку Гируси взяла и сок. Он улитку съел, сейчас еще просил. Проголодался, малыш. Пасмурно у нас. Никого на улице нету. Кто это? Кукуруза. Приболели немного малыши. Сегодня мы на домашнем все вместе. Лёва, Гируся. Костя пришел домой, вышли погулять. Но сегодня мы и днем гуляли. Вообще невозможно долго дома сидеть. Гируся, что делаешь? Тортик? Тортик. Тортик. У нас так похолодало в костюмчиках. Я тоже в кофте, в джинсах. В песочке сидим. Кого ищешь? Бурка Вовку. Вышли к малину огород. Смотрите, какая огромная малина. Вот этот куст крупная. Вот это помельче. Пойдем. Пойдем еще помидорку соберем. К нам сегодня друзья приходят. Лиана с Артемом еще. Цезарь сделала с курочкой. Овощную нарезку. Тут у нас бутерброды, шпроты. Помидорка, огурчик. Сделали в аэрогриле. Картошечку сварили. Я пришла к Снежане. Она тут печет медовый тортик. Я пью кофеек. У тебя какая-то посылка пришла, уведомление пришло на телефон. Будет сейчас медовый торт печь. А я отдыхаю, наслаждаюсь. У них, кстати, такие конфеты вкусные. Вот такой тортик у меня получился. Украшала я голубикой и у мамы в огороде собрала малину. Медовый торт и крем-крем-чиз. Рецепт этого торта есть уже у меня на канале. Ссылочка в описании. Всем привет. Едем сейчас в садик за Лёвой. Заехали, забрали посылочку с Валбереса. Сейчас заехали, посылочку забрали с почты. Вот Костя несет. Посылочку мы сегодня. Сейчас поедем за Лёвой в садик, потом в магазин. И у Кости приехала двоюродная сестра с детьми, с мужем, с родителями. И поедем в гости, соберемся. Вот по этому случаю я пекла тортик, который до этого вы могли видеть. Продолжаю снимать влоги. У меня этот влог, который выйдет. Я снимала его, начинала, наверное, месяц назад. Вот начинаю я что-то делать, потом бросаю. Непостоянный я человек. Гирусь там играет с салфеточками. Лёва нас, наверное, заждался уже в садике. Сидели мы за столом, теперь едем по нашим вот местам красивым. Сейчас поедем на бугры. Немножко, может, поснимаю вам. Хочу игрушки. Игрушки? Да. Я приехали в парк у нас здесь. Котенок такой маленький бегает. Я в своих новых леггинсах, кедах. Классные вообще понравились мне. Сейчас леопардовый принт. Очень популярен в кроссовках. Это Adidas, Adidas. И кофта у меня тоже. Adidas. Раньше, помню, постоянно спортивные вещи покупали с Костей. И спортом занимались. Котенок маленький. Палочка не на... А, он играет с тобой. Играет на... Давай, поиграй с котенком. Котенок где? Гируся левый ногу ходил, нашел в шкафу, достал. Мы собрались, забрали Леву из садика, едем на день рождения. Лева, ура, Лева рад. Я говорю, у нас каждый день праздник. Завтра. Ты молодец. Смотрим ремонт, так красиво.
Красота такая, закуски, рыба, салатик, арбуз, еще закуски, сырная тарелка. Малыши играют. Сколько игрушек, да, Лёва, новых? У Стивы появилось. Покажу кучить. Сейчас посмотрим, давай сюда. Гордюша, Гордюш, привет. Гордюша, Гордюш, засмотрелся. Привет. А, интересно, как скажи все. Видела, мой день в Инстаграме появилось. Ребят, сколько у вас Гордею? 5 месяцев? 4 недели. Уже сам ест, держит бутылочку. Мы искали эти. Мы нашли. Мы решили съесть фужан. Покушали. Вышли тут к фонтану. Нам сейчас приходили, спрашивали, снимаем ли мы, нас узнали, кто нас смотрит. Если честно, когда подходит, то так приятно, да, Костя? Я же стеснялась. Я еще не накрашенная. Лёва, посмотри на меня. Как тебе здесь? Птичек хочешь кормить? Если не накрасилась, поленилась, только что сходила. Решили мы прокатиться на кабинке около аквамола, которая... Сколько раз мы здесь были и не рады, чтобы не катались. Герой, тихо-тихо. Катались. Катались давно? Давно. В Казани, около Ривьеры. В Ульяновске нет. Смотри, теперь видишь, ты все делал, кроме, смотри, башни. Они еще выше. Там дядя работает. Кто-то работает каждый день. Там много техники, смотрите. Угу. В общем, я поняла, колесо обозрения вообще не мое, как-то мы катались. И мне не понравилось, мне сейчас тоже не понравилось. Я ужасно боялась. Мне не понравилось, просто страшно. Страшно. Еще мы взяли открытую кабинку. Мама тут. Еще Герман вначале, как мы сели, начал подходить, трясти все. Все, мы уже спускаемся. Мама сделала вот такой красивый салат с курицей и ананасами. И еще шапочку сделала сверху и виноградинки выложила. Еще заезжали в детский мир, взяли Лёве две пары кроссовок и Герману вот такие вот. Была акция, две вещи покупаешь, третья в подарок. До 4 числа, что рано действует? Герусь светленькие, Лёве такие в садик черненькие и вот такие же зелененькие. Спасибо, что смотрели влог до конца. Пишите, что хотите, чтобы больше показывала. Всем пока, до новых встреч!